Liebe Freunde, ich freue mich sehr, ich glaube, das gilt auch für unsere Mitstreiter vom Goethe-Institut und von der Auslandshandelskammer, heute wieder bei Ihnen zu Gast zu sein, denn unser Auftritt hier heute hat ja schon Tradition. Es gilt heute wieder, eine deutsche Woche vorzustellen. Wir freuen uns sehr auf die 13. deutsche Woche, die vom 13. bis 21. April hier in St. Petersburg stattfindet. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, я очень рада быть опять здесь. Я думаю, что я говорю и от имени моих коллег из немецкого культурного центра имени Гёте и внешнеторговой палаты. Быть опять здесь у вас, можно сказать, что это традиционное мероприятие, потому что мы далеко не первый раз проводим такое мероприятие. И опять мы представляем неделю Германию очередную. В этот раз это третья неделя Германии, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 21 апреля. In fast 90 Veranstaltungen wollen wir unseren Petersburger Freunden und Gästen Einblicke in die aktuelle deutsche Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft geben. Unser offizielles Partnerbundesland in diesem Jahr ist das Bundesland Brandenburg, das sich auch mit einem vielfältigen Programm präsentieren wird. Die brandenburgische Delegation wird geleitet von dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Herrn Görke und dem Minister für Justiz und Europa Herrn Markov. Почти 90 мероприятий будут проведены в этом году в рамках недели Германии. Мы хотим нашим друзьям и гостям Санкт-Петербурга в очередной раз представить Германию и ее актуальный и современный облик в образах в областях культуры, науки, экономики и общества. Официальной партнер, страной, землей, партнером в этом году будет федеральная земля Бранденбург, которая также представит обширную программу. Бранденбургская делегация прибудет под руководством заместителя премьер-министра федеральной земли Бранденбург господина Гёрке и министра юстиции и Европы господина Маркова.